Всех поздравляю с праздником 23 февраля, Днем Отечества. Желаем здоровья, успехов, удачи, счастья, мирного неба над головой, самое главное. Итак, поехали! Триколора флаг вознесся в облака, Герку главного орла в моей России, Флаг России, флаг один, весь полка. 23 февраля праздник отчизны, День военных вооруженных наших сил. Этот праздник отмечают все мужчины, Так и женщины заслуживают без служил. Наша гордость и мощь, Вооруженные силы, что моряк, что десант, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, что служит, их закалка как раз. А за гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десант, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, что служит, их закалка как раз. Это служба по уставу, послужить собрался выполнять приказ. И если честь выпала служить по храму, исполнять приказ придется и не раз. Там приказ ввязаться в бой стоять всем насмерть, или в атаку по приказу всем идти. Но врагам нашу Россию не оставить, наша армия России победит. Наша гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десант, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, что служит, их закалка как раз. Наша гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десант, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, что служит, их закалка как раз. Thank you.
праздником всех.